Техника гудит, рабочие приступили к укладке асфальта. Проезд между домами 12 и 14 по улице Движенцев в микрорайоне Сортировочном уже давно требовал ремонта, рассказывает местная жительница Екатерина Баринова. С детской коляской здесь было невозможно пройти. Приходилось нам обходить либо правее, либо левее, чтобы не попасть по колено в луже и в грязи. За помощью жители обратились в администрацию Канавинского района, а также оставили заявку на сайте «Антияма». Власти отреагировали, и ремонт стартовал. Проверить работу подрядчика приехал глава района Михаил Шаров. По плану, все работы выполняются по плану и графике, который предоставлен. Для меня самое главное, чтобы после нарезки карт и максимально оперативно, сутки, не больше, производился ямочный ремонт. Сейчас идет еще апрель, а у нас уже более 5000 метров ямочного ремонта по этому микрорайону произведено. И до конца апреля, я думаю, что еще 1500-2000 метров они исполнят. Спасибо, что делаете, взялись за нашу сортировку. А то невозможно ни с детьми пройти, с колясками. Пожилые люди очень тяжело, инвалиды ходят. Это плохо, постоянно вода везде. Вот нам бы еще сделать дороги на Подворной и на Движенцев, и вот еще здесь, на Таллинской. Ремонт дорог на этих улицах сотрудники администрации пообещали начать в ближайшее время. Екатерина Васильева, Вячеслав Орлов. Время новостей.